Всем привет. Турнир Болотный Шмурик, Клязьма, локация Коряжня. Используем три поплавочных удочки, по дну, насадка, жвачка. Здесь возможны варианты. Можете разнообразить насадку, брать донки на нужное место поплавка. Ну, задание поймать шмурика быстрее и больше по размерам, чем у ботов, и не сломать при этом ни удочки, ни порвать лески. Вот это будет называться выше пилота. Здесь, конечно, здорово помогает ассистент и то, что мы используем поплавочные удочки. Есть время среагировать. Здесь частенько, здесь как на войне, во-первых. Треск, выстрелы, там что-то трещит, взрывается, как в окопе сидишь. И вот нужно среагировать, во-первых, вовремя отцепить что-то крупное, а что там крупные коряги в основном. Может, колеса еще небольшие. Ну и разный мусор. Вовремя отцепить, среагировать. На дом хоть сложнее делать, а на поплавок более-менее удобно. Вот добьемся мы этого, что не сломаем свои снасти, не испортим. Поймаем шмурика быстрее, чем у ботов. Дальше мы молодцы. Какая перед нами задача? Ну, конечно, если бы здесь, допустим, максимальный вес был объявлен, но здесь, кстати, играть тоже на клязьме. Турнир максимальный вес. Здесь пришлось бы пожертвовать уже, запастись заранее леской, крючками. Пожертвовать уже снастями, потому что рвет частенько. Ну а мы, как видите, сумели все-таки вовремя, если что-то большое, отцепить. На нас задача все-таки выиграть турнир, а не узнать, что здесь водится. Поэтому мы отцепляем. Если что-то крупное, вовремя сбрасываем с крючка пробелы. И стараемся выиграть турнир, который все-таки закрытый. А очки всегда нам нужны при любом разряде. Это, собственно, целью игры и является. Набрать как можно больше очков, получить больше разряд, опыта. Ну и с опытом как раз приходит и большая вероятность поймать трофеи, больше рыбы и так далее. Везде пускаешь. Ну, интересно же. Вот попадают в такие коряги. Хотя опасный вариант. Вдруг коряга побольше там, чем леска у нас выдерживает. Мы стараемся так, чтобы наша задача в этом и интересна. Не порвать, не поломать ничего. И выиграть турнир. Ассистент помогает, видите, на паузу сразу ставит. Заставляет подумать. Дает время, вернее, подумать. Вот видите, что-то небольшое попалось, мы не спешим дергать, а вот шумует. Всем привет, я ваша тетя. На этом, в принципе, сейчас посмотрим, что у нас ботов там словили. Ставим на паузу, смотрим сюда. Больше шмориков нет ни у кого. На этом задача наша выполнена. Уходим куда-нибудь, например, на ранний снег. Там вроде не попадался шморик. Может, что-нибудь новое. Достаем сразу спиннинг. Долго не мучиться. И ожидаем окончания турнира. Впереди ночь. Идем чай пить. Вот турнир заканчивается. 8 часов. Утро. Принимаем вискарика. С утречка. Хорошо. Смотрим еще раз, что у нас был за турнир. Болотный шмурик. КВ. Закрытый. И вот получаем победный 34-150 опыта. И вот наша табличка спряталась. У ботов ничего, у нас кое-что. На этом будем заканчивать. Уходим на базу. Отпускаем все, что у нас в садке есть. Хотя шмурик-то можно продать, он зачетный. Ну, это, я не знаю, сколько за него копейки дадут. Похмеляемся. И до свидания. До встречи.